В 2015 году от Орехово-Зуево было подано на конкурс 260 заявок. Тогда победителями стали 25 проектов. Прием заявок в этом году еще продолжается. По данным сайта премии, от жителей нашего города принято 276 проектов. С 22 по 24 июля на территории торгового центра «Капитолий» работала информационная палатка конкурса «Наше Подмосковье». Жители Орехово-Зуево смогли получить консультации по всем интересующим вопросам и на месте подать конкурсные проекты. Это акция, в которой принимают участие члены общественной палаты и волонтеры. Мы хотим как можно больше привлечь, чтобы люди узнали, и если возникнет желание, то подавать заявки, рассказать как можно больше и подробнее, как осуществляется прием заявок, в каком формате, какие номинации, какие премии. Заявки на участие в премии также принимаются онлайн на сайте нашеподмосковье.рф, а также в пунктах приема заявлений. В Орехово-Зуеве это администрация города, ГГТУ и Центр культуры и досуга «Мечта».